Так, вот сейчас думаю, на что менять, на БНЦ или на НТИП 430, потому что родная антенна, которую я взял в ЖЭКе, была с F разъемом. Вот это те элементы, 10 или сколько тут? 10, да. И тут F-тип. Но F-ка это, ну, просто печаль печальная. Принцип такой, тут выведен провод запаян. В общем, буду менять я, скорее всего, на один из этих разъемов. Да, кстати, не мог понять, ребята, как согласование сделано. Обратите внимание, тут получается индуктивная связь. То есть вот такой кусок провода. Я с таким еще не сталкивался. То есть, видите, вот получается, вот эта проволока, эта центральная жила, она заходит в трубу, ну, на определенном расстоянии. Тут она вот фиксируется, не шевелится ничего. Вот. И таким образом осуществляется связь со всей системой. Так, ребятки, сделал я. Ну, я вот так люблю, не знаю. Я вот эти все говноразъемы не совсем воспринимаю. Вот я как сделал, смотрите. Это у нас получается... Сейчас. Значит, разместил сам разъем, запаял его, облудил алюминий. Залудил его. Прямо посадил БНЦ, запаял, опять же, чтобы был контакт пайка, а не как тут было до этого. Ну, они так делают просто. Тут просто прижимался этот пластиночка такая, и все. Теперь можно будет насаживать смело БНЦ. И будет вот такой вот. Результат, я думаю, будет нормальный. Все, кому понравился ролик, ставьте лайки, ребята. Кому нет, не ставьте. Всего доброго, 7-3, и всего хорошего.